в Иванове в понедельник воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних зажгли собственный олимпийский огонь в честь малых олимпийских игр. В отличие от настоящих соревнований, количество дисциплин значительно меньше, всего 4. Да и спортсмены совсем юные. Возраст будущих чемпионов варьируется от 8 до 15 лет. Однако накал страстей и адреналин здесь неподдельные. Цель проведения – активизация всех физиологических процессов, чтобы дети у нас были сильны духом, здоровы, закаленные и могли преодолевать все жизненные трудности. В качестве болельщиков самые маленькие воспитанники центра. Для того, чтобы поднять боевой дух спортсменов, перед началом соревнований малыши показали чирлидерское выступление. После напутствия директора центра малым олимпийским играм был дан старт. В борьбе за первое место команда пришлось выложиться по максимуму. Олимпийские игры мы ездили на санках, на лыжах, бросали мячи, хоккей. У нас был. Вот сейчас будет лыжная гонка. А что больше всего понравилось? Какой этап? Этап? Да. Мне понравился лыжами. Почему? Ну, потому что я люблю лыжи, и мне как бы это, ну, намного проще на лыжах. Кому-то по душе лыжи, кому-то санки, кто-то мастерски владеет хоккейной клюшкой. Руководители центра постарались сделать соревнования максимально интересными для каждого, ведь их основная задача – помочь детям реализовать себя. Сами воспитанники центра считают вторым домом, а к директору испытывают самые теплые чувства. Мне больше понравилось на санках, потому что такой, знаете, так и загреваешься сразу. И мне очень нравится, как все для нас Наталья Васильевна сделала. Очень интересно получается. Тем более мы как бы здесь находимся, нам тут и так интересно. Нам очень нравится этот центр, Наталья Васильевна. Нам очень понравились эти игры и надеемся, что мы все равно победим. Олимпийский огонь здесь зажигают два раза в год, в честь летней и зимней олимпиад. Несмотря на то, что место победителя всего одно, проигравших здесь все равно нет. Главное в таких мероприятиях не победа, а эмоции и возможность почувствовать себя частью большой и дружной семьи. Полина Панасицкая, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.